отправились на рыбалку. Я не снимал путешествие. Вот ребята уже там сидят, вот наша машина. Все нормально, добрались. 700 километров проехали. Я уже съемку не снимал ночью, потому что там не очень-то и удобно снимать. И в тесноте ехали. Набрали вещей очень уйма. Так что мы уже в Карелии. Сейчас едем на пирс. Ждем там человека, Андрея, который нам поможет и сопроводит. Так что, смотрите, ребята уже открыли пиво. Вот это наш турецкий знакомый и друг Гёкхан. Вот. Вот этого человека вы уже знаете, это наш Дима, геолог. Славик. Здрасте. Ну вот смотрите, это мы приехали на два дня. Гёкхан. Смотрите, сколько вещей у нас. А вот это наша тачка, которая нас выручает, смотрите. Красотка, да? Улова. Ну, давайте познакомимся с другом. Смотрите, белый. Вот главный наш идейный вдохновитель сегодняшней рыбалки, Владимир Федорович. Это мы. Так что мы его только слушаемся и повинуемся. Вот, смотрите, ребят. Что положено? Нулевое. Можно. Да, вот за рулем. Еще предстоит. Но у нас еще 4 дня есть, так что, наверное, не только это будет. Смотрите, ребят. Здесь парень не приезжал. Не в камере, а на кто-то его скидывали. Вот и начинается наша особенность национальной рыбалки. Можно здесь рыбачим, подальше. Тут и щуки, судак, все есть. А леща вон прям можно, он у сарая, где лодку брали. Тут, кстати, яма. Тут даже и сик есть. Да. Пошли там, Гёкхан. Если есть, то можно мне блок сик? А мне тогда судака, блин. Тебе надо в Крым ехать. Судак он за остров такой, грамм на 200. Я сам ловил. Мусорка. А мне знаете, что кажется? Мне кажется, поднялась вода. О, тепло. Что, нажрался 20 минут? Нормально. Если днем 25, можно спокойно заводить. Угу. Вообще нормально. Залезу. Ты потрогал? Тепло. Ну натирает. Мокрая, блядь. Я думал, ты, Игорь, камеру вытянул. О, кстати. На. Смотрите на это. У тебя допуска нет. Белоруса. С Алтая, смотрите, приехал. Смотрите, сейчас станет в профиль. Куда? А это вот так его теща откормила. Вот так. А по поводу, помните, где Андрей пропадал? А все банально просто. Он уже отмечал свой день рождения и спал просто дома. Вот мы пришли на пристань. Его. Вот водичка. Дед! Вот наш Андрей. Дед! Оставайся со мной. Здесь хорошо. А поедешь с ними комаров кормить. Юля разведется на. Вот, ребят, смотрите, это остров, они его выловили. Мы жене не будем говорить. Выловили в озере, прибуксовали сюда, забили палки и на цепь посадили. Так что они себе сделали островок. Кто хочет отдыхать? Вип. Вип-зона. Вип-кресло. Вот так, наши сборы. Еще одну лодку возьмем и уже отправимся в магазин, а потом уже на рыбалку. Ничего. Так, парни. Носки, сапоги, чайники. Все есть, все есть. Тарелки, миски.
Ну, крошки, ложки. Есть, да. Единственное, что этот чайник, я не знаю, взял или нет. Давай найдем чайник. Ну вот, мы уже отправились, покушали, пообедали, теперь отправились в магазин за покупками. Вот наш Славик. Владимир Федорович, за рулем, как всегда. Что? Что вы скажете по поводу обстановки на дороге? Погода прекрасная, под колесами черный асфальт. За бортом 22 градуса. За бортом 22 солнца. Ветер. Резина трется, ветер колеса крутит. Встречный. Отлично. Вот так. Едем в магазин и на озера. Мы приехали уже на заправку. Уже все закупились. Осталось только заправиться. Что мы делаем? И выдвигаемся уже на рыбалку. Смотрите, уже скоро. Вот такие дела. Прикольно, конечно, колорит тут в глубинке российской, очень своеобразный. Смотрите, какие здесь дома. Так прикольно. Нас уже зазывают. Вот. Ну, прикольно, погода сегодня тоже, вот смотрите, какая шикарная. Обалдеть, просто со всего будет. Понравится. Вся команда в сборе. Тут еще оказывается. У нас еще один человек. Жени, здорово. Потом лапу я тебе дам. Не с кем оставить. Ну так что делать? Так, уже виделись. Привет, дружище. Заправились. Смотрите, какой у нас еще один друг. Мохнатый. Смотри, да, камера. По чуть-чуть. А от вас привезенный. Питер. Здрасте. Привет. Наверное. А там мы приехали, сюда не надо там тащиться. Прям стоянка сразу, да? Или как? Да, ну, вот, да, у меня гости приехали. Вот как до дома пора тащить. Вот. Ну прям к озеру. А, я имею в виду стоянка. Ну все, мам, давай. Стоянка, мам, где машин. Ну, конечно. Сумки тащить не надо там. Нет. Ребята, подъезжаем к Беломорканалу. Смотрим вот эти шлюзы. Уберите камеру. Здесь молодой такой лес. Молодой? Угу. Активный все вроде. До какой-то деревни. Не знаю. Шум, как ты. Кто двери будет закрывать, тебе опять сейчас скажут. Вот так вот. Местные жители. Привет! Ау!
Я хотел пивка, бутылочку. А вот у нас есть пиво там, да? Баночного. Так, пошли зайдем в местный колорит, посмотрим, что у нас тут продается. Я вот видел, что вы вот так. Добрались мы. Я не знаю тут. А пива нет у вас, да? Пиво полтора только. Полторашки. Нулевок там нету. Да. Мы на танде проезжали, там где это опускается. Я там наблюдатель мой живет. Уберите его. Вот. А я снимал там, а он мне сказал, а та-та, ну быстро спрятал камеру. Это на этом самом. Там, да, да, да. На шлюзе там запрещено снимать. Да. Что хочешь найти? Не доезжай его Powerbank, с правой стороны, да, было? Вот мы туда едем. Вот такие дела. Так, давай, на место. Место. Иди на место. Место. Поехали дальше. Игорь, куда надо? Надо. Все дудонят. Даже собака дудонит. Иди сюда. Иди сюда. Только, блядь, в воду не залазь, козел. Дудон, иди сюда. Ну, предохранитель сгорел, да? Иди сюда. Вот такая Карелия. Вот, ребят. Ложная тревога. Нас опять обманули, что это озеро. Это болото. Так и все, следующий остров. Ха-ха. Нас не обманули. Мы приехали. Вы поняли, он вам объясняет? Я хочу. Так, давай выйдет с ней. Поворот. Добрались. О, да смотри, где. До озера. Тут у нас, смотрите, даже столик какой-то небольшой есть. Гихан, давай, Петрыкин. Славянтин у нас, штурман. Наша... Вот это тоже надо. Что, пошли в озеро глянем, нет? Наша сонная тетеря. Но любимая. Грибов, кстати, грибов тут очень много, очень просто много. Мы куда тут не заходили, тут вообще просто они торчат. Я чувствую, тут насобираем и так хорошенько. Они прямо возле дороги, даже мы никуда не уходили. Они уже
Вот смотрите, даже вот если вам не вравши, вот просто заходим под любую елку, вот смотрите, стоит красавец. Смотрите, вот. Вот смотрите, вот еще один. Вот. Просто их кишит тут. Красота. Грибов много. Так что суп у нас точно может получиться. Пойдемте еще сапоги оденем, наверное, до озера доберемся. Покажем вам. Я видел. Черныш! Свежий, я думал, ну кто-то тут уже есть. Писюганин. А никого тут не было. Давно уже не было. Ну вот, смотрите. А если то, что зеленое сейчас ветер, ну что, его просто ветер сейчас в ту сторону. Будет ветер в ту сторону, а будет зеленое. Так, ну что, надо думать. Делаем тут площадку. Можно и там, там тоже хорошее. Нет. Одну палатку можете здесь поставить. Да. Надо. Или там, или тут. Шум, что скажешь? Там, наверное. Что здесь? Да, может быть. Там. Нет, тебе не говорят, что здесь будет. Егор. Ну погнали. Здесь просто будет комаров намного меньше, чем там. Пойдем-ка разгружаться. Короче, ребята. Пошлите разгружаться. Вперед. В машине сидевший. Я тебе сказал, я готов. Ты, блядь, два часа искал собаку. Вон она давно уже сидит. Ты нашел собаку. Когда? Я сказал, пойду попрощаюсь с мужиками. Я же их не видел. Давай, как азербайджанец. А Славик как умный еврей. Я, да. Не, у тебя здесь все нормально. Это, блядь, не у всех дорога есть. Слышите? Дима, комментируй, что там бывает. Опять сапог у тебя? Федыш, он перед вами на колени встал, видите? Я у твоих ног. Молит пощады. Ебать. Бля, я сам чуть не встал. Да блин. Ой, вот он. Какая разница, не водя так легче. Я не могу так люкнуть. Так, кто леща чистил, признавайте. Ну, кого, наверное, тут. Сырую соль взяли, как-то.
А кто водку туда перетащил? Ну вот не куда? Не вот не стоится, да? Ну что, на воду кидайте сразу, все. Так сейчас. Диму не толкай там. Все, Димон, воду бросай, уходи. Так, мы кинули жеребий, Дима не хочет. Мотор дикон. Ой, спина отвалила. Я пойду с ними проконтролирую. Ты под контролем, белорус. Так. Один ручка есть с одной стороны. Ну что, как настроение? А мы снимаем? Да. Нету. Вам что давать, червяков или опарыш? Или вы уже удивили? А? У вас есть наживка? У нас наживка есть, удочки, а давай нам. Ребята, подсосите.
У нас уже второй день. Мы вот вернули с лодок. Забыл поставить батарейки на зарядку. Получается, уже смотрите, наш улов уже разделывают. Вот. Владимир Федорович у нас уже чикает. Государственные. Говорит, вот волк пришел, 10 баранов зарезал. 5 нам отдал, 5 сам съел. Ничего не потерял. Зато волков забили мы. Интурист. Вот. Он заплатил бешеные бабки, чтобы сегодня здесь попасть. Я только что сидел. Слышь, можно продавать экскурсию. Ну, здесь с рассказами про... Сюда поедут только настоящие. Либо те, кто вообще не разбираются, да? Да. Здесь, ну, вот если честно разобраться, здесь надо выживать. Здесь отдыхать может 2 человека. Но этот человек должен 3 человека обслуживать здесь. Грибочки пособирать, рыбку не, поймать, ну, на той палубе там... что? Можно сидеть, бухать и заказывать манты из ресторана. Да, это легко. Да, палуба, да, которой мы были. Вечерком. Там еще можно, проехали, если порыбачили. Можно один день приедем, можно заказать. А там ловим, нет? Да, ловим. Там тоже можно. Ну я вот месяц тому назад был, прям у палубы 3 щуки вот таких поймал. Одна побольше была. У меня фотографии есть, доказательства. Прям в лодке сижу, вот вытащил, сфотографировали. Нету разницы. Ну, только еще он. Тащили сколько. Почему я вчера, когда что-то сразу не получилось, говорю, нахрен, на палубе оставляем, остаемся. Да все равно круто. То же самое будет. Но обратно. Исходя из того, что как бы нас поехали, посмотрели, хорошо. Не получилось, ну на палубу вернемся. А мы можем совместить и тут, и там. Да, сейчас вот получается так, что если мы завтра, допустим, уедем поутру там, да, чтобы к вечеру нам туда приехать, разложиться, лодки обратно накачать, да, вечернюю рыбалочку прорыбать, я тебя одно место отвезу, там плотва, визжать будешь тянуть. Просто на уху. Вот это, оно на мелкое, ну, допустим, покоптить, подвялить. Вот такие вот истории у нас. Так, немножко соль со стола он тащи, я сейчас подсолю. Она немножко дала подсолиться, немножко подвялиться, а потом будем тогда ее коптить. Значит, щучка вот, благодарю. Готовьте вот эту штучку мне, коптилку. Щука, ну, весом, если сейчас весы принести, ну, 1,5 кг. Вторая щучка. Мы почистили, то бишь вытащили внутренности с нее. У нее есть такая черная нехорошая вещь. Мы ее должны промыть. Она горьковатая. Если ее оставить просто чуть-чуть, рыбка будет немножко невкусненькая. Лучше постараться все это очистить. Вот. Вот примерно. По щучке, видите, да? Зубастенькая такая, прям вау называется. Сейчас рыбка должна чуть-чуть полежать, подсолиться. Потом мы ее немножко осушим и будем коптить. А где вы камень видели? Вот один там, где машина, с левой стороны я его откатывал. Один где-то вот здесь был. Такая. Мне он тяжеленький, я его катил. Вот мы сейчас немножко так подсолим, так сказать, внутренности. Чтобы она немножко подсолилась. А для... Ну это в таких, в лесных условиях. А если бы, допустим, делали мы вот это на палубе или дома, перед тем, как коптить, я бы лимончик выжал вот сюда, так немножко так покапал туда-сюда. И когда она подкоптится, а если кто вот понимает, копчение это будет на ольхе, на стружке ольхе, вон она, стружечка ольха, она будет такая золотистая, потом мы покажем, когда скоптим, вот костерчик пацаны уже готовят, скоптим, она будет золотистая, но она будет золотистая, если мы не пережгем ее, пережгем, она станет черненькая, ну шкурка немножко подгорит, но вкус от этого не меняется. Ну, с лимончиком было бы, конечно, оно повкусней. Пусть оно чуть-чуть тут подсолится вот так. И как бы вот так.
примерно. Так, а тут два уровня. Мы на верхнем, на нижнем. Тут вот так есть и вот так есть. Ну, две у нас войдут, наверное, наверх. Потому что внизу она быстрее сгорит. Да. А тут нам хотелось, чтобы она красивенько золотистая. Ну, если одна не... Смотрите. Я понял. Тогда давай одну наверх, одну на низ, иначе они как-то... Или можно вот так сделать, смотрите. Можно вот так сделать. Хорошо, вот. Давай прикинем. Вот одна только ляжет. Ну, либо рубануть по кускам. Нет, нет, это уже... А давай, где? Давай, одну... Ну, мы будем на медленном огне делать, чтобы она прокоптилась. А ну, сок весь выйдет, она... Не коптят рыбу так. Одну вниз, одну вверх. А если мы вот так положим, другой? Можно так. Ну, если рыба друг к другу будет соединяться. А если сделаем так, смотрите, так. А что это нам дает? Нет, чуть-чуть может положить какой-то кирпич, бля, и вот так приподнять. Тогда будет как бы... Ну... Или холодно, или... Слав, одна у нас немножко будет... поджаристая, а другая будет самотох, ну, как бы. Разница очень высокая. Ну, а это будет зависеть, как у нас костер. Не, ну видите, вот. Смотрите, одна будет прям в костре, вторая вон. Не-не-не, мы огнем большим не будем делать. Будет температура и дымом. Если вот что, основа. Если вытащим. Перевернем, да и все. Так, дровишки, пожалуйста, больше не кидаем. А хватит углей? Так какие угли надо на огне, чтобы нагрелся? Камни мне надо поставить. Куда вот это будем ставить? Так, Игорь, тебе помочь? Он один не утащит. Вот они тяжелые. Ну, поди кто-нибудь так. И пора бы этой камеру отключать, наверное, уже. Да, говорите, что, не проблема. Или там секретная информация? Да я не знаю. Сейчас Игорь придет, отключит. Так, ну, для интереса, конечно, с головой бы оставить, для интереса. А так, если голову отрубить, мы две штуки на верхнюю полочку положим. Ну, я тогда просто... Если голову отрубать, тогда уже пополам рубать. Какая разница? Согласны? Ну, как бы да. Можно хвосты, головы или хвосты поджать на... Попробуем, завернем. Вот так, ну, вот, если она будет касаться. Или хвост туда скинуть. Согласен, мы опустим хвост и тогда две вот так на верхнюю полочку положим. Вот примерно вот так. Вот один камушек. Это что, это выгребаем щепу? Это или что? Не-не-не, пусть это будет как раз дым, это ольха. Это ольха? Да-да-да-да. А стружку? Ну, добавим стружечки немножко, а эти палки будут потихоньку коптиться и, ну, золотистая рыбка такая будет. Стружка. Где стружка? Кто видит? Чтобы... А. Ясно. Сейчас камень вон Игорь несет. Это много. А потом проверим. Засеки 30 минут, как пройдет 11:35. В 12:00 дай мне знать. Я приоткрою, посмотрю, окей? Железная, а, Дим. Давай. Зажигалка работает тоже. Потихоньку, ты ставь огонь туда, ставь. Все? Вот и все. Методом ты горит? Горит. Вот чуть-чуть можно. Если надо, еще. Я тебе скушу. Бара-бара-бара. Бери, бери, бери. Рука вот. Ну? Думаю, у тебя есть это. Я думал, мы сразу встали. Просто вот, да. За отдых. Да, за отдых. За хорошую погоду. За чистейший воздух. Здесь вот именно он чистейший. Вот когда я приезжаю сюда и беру на рыбалку вот эту чистую воду, местные просто смеются. Говорят, ну хуянки, я говорю, как, ну это же вода. А ты едешь куда? Вот это чистейшая вода. Да, она может быть там с травой, там, но это... Чистейшая вода, это ледниковая вода. А вот это вот хуй знает откуда, с Невы, таблетками очищенная. Так где чище вода? Здесь, в озере. Вот на палубе, бум, море, озеро. Уху варим, или что, вот они пошли тут же раз, котелок и чай, все сварили. Вот это чистейшая вода. А
А потом все три дня сидят на унитазе. Да хуй, бля. Сейчас. Я, если честно, тоже был в восторге, но ни разу на унитазе не сидел. Ныжик у кого я бы, ну, если честно, если мое мнение, я бы еще чистейший ожидал. Но видно не так. Так оно уже просто цветет, уже август. Вода. Если бы ты в марте, в июне, ой, в марте, в мае, в июне приехал бы, тут все чисто. Тепло, было. Все озера, когда пригреваются, не мелкие, они начинают цвести. Ну, это закон природы. Ехать на поезде, как вы хотели, но это нереально. Ну, вести все, что мы привезли, вот не могли. Вы привезли только носоки, чулоки и удочки. И кто здесь будет? Так, что там у вас чайник? На 5 минут. У меня в машине есть спирт специально для антивируса, настой на березовой почке. Наливаешь, ручки утираешь, я сюда вот так шеечку утираю. Говорят, очень полезно для тела моего лежит тела. Где? У вас колония есть? Колония? В машине две флакушечки специально принес. Ну, руки мыть впереди. Я понял, да. Спиртом помыл с мылом. Я поэтому и спрашиваю. Да, ну, минут 10 так это. А потом спиртиком. Все как положено. И что? Так, вот уже наша рыбка подоспела. Сейчас проверим ее. Да, вот здесь ты с ним, конечно, это будет очень даже... Вот еще готовится, еще не смело. Она вообще температурник мало, мало. Давайте разъебашим. Просто там плохо. Еще? Опилки не сгорели, надо. Еще будем ждать. Не, я имею в виду для спины, только мазь. Надо на мертвое море. Там соли еще больше. Мы купим. Так, ребят, смотрите, Славик уже приступает к проверке нашей щучки. Поддаем жару, Вася. Они никто. При помощи хендмейд инструментов. Можно так сказать? Японцы и... Я думаю, так, не знаю. Ну, для сравнения, как бы, да. Ага. Для нас, как бы, ты полностью, как бы, ты присмотришь там. Тогда можно понять, не понял, где тебя. Сейчас. Вот такая красота у нас. Вот она маленькая, вот эта температура вообще хватает. Она готовая, ну. Да. Но она вареная. Ну, нижнюю, в принципе, можно. Да не надо трогать. Я тоже знаю. Закрывай. Пар выгнали. Огня сейчас дадим и через 5 минут все на стол ее. Огонь. Сейчас дадим. Ой, пахнет рыбкой. Вкусно сище. Лагерь, видишь, почему? Потому что мы рыбу не просушили. Главный наш шеф-повар. Это мы, здрасте. Или просто батя, да? Батя. Федорович, я не батя, Федорович. Это наш. Главный кушать. Главный кушать. Главный кушать. Не, мне кажется, главный кушать вот вам, блядь. Главный кушать. Эш. Кто так кричит? Знаешь, у вас есть такой? Эш. Просто главный. Эш. Не знаю. Сурок. Утки, которые. Сурок. Который гигант. Шурки. Такой, знаешь, вот так встает. Хомячок такой. Маленький такой. Вот так встает. Зубы вот так торчат. Это. Все возмущенно кричат. Гражданин! А это перчатка. Нормальный батон. Ай! Ой! Дерется щука, не сдается, блядь. Ох, блядь, с веточкой, с иголочкой. Давайте, пусть немножко она выдохнется. А почему? Вот сейчас запах есть, походу начал гореть. Запах. Сектор приз на барабане. Вот сейчас вообще заебись, Вадим. Эстетика есть. Выждали нормально. Все. У вас какая-то, блядь, пахнет вообще-то. Пидорическая рака. Дим, подожди. Стой, Дима. Ему так возьмет все. Дима. Ставь ее, как она есть. На стол ставь. Все. Это убирай. А, так а вторую можно на эту поставить. На вот эту, Вадим Федорович, на вот эту. Положить.
Доставай двумя руками. А, так она отцепится. Тихонько, братан, поднимай. Вот это вообще желтенькая красотка. А хвост где потеряли? А хвост прилип к этому. Хвост вот прилип. Ну давай черненькое попробую. Ну, где там ваша? Для экзотики-то. Мощная тарелка. Вот. Для истории, благодарствую. Вот сюда, на решетку. Так не можешь рядышком ее. Все, это пусть так остается потом. Тебе черный? Изгиб, щукам. Вот ты теперь для истории. О, это красавица просто. Чем нормальные туристы питаются? Манная каша. Дима, тебе белая, черная? Белая. А мы рыбкой. Игорь, тебе белая, черная? А мы рыбкой. Белая-белая. Мы на природе. А вот так? Мы не одну неделю тут уже обитаем. Вот питаемся грибами белыми. Что там, шапки с красно. Армейцами. И щучкой. А, ну сада, да. 6 песка он. Я согласен. 6 песка. Только по-молдавски понимает. 6 песка он сел сразу. Вадим Федорович. Будьте здесь, есть. Все я смотрим сюда. Чтобы самое это голодное пиво, да? Пизда, кусок за гербами. Давайте, раз, два, три. Отлично. Смотрите туда, блядь. Шума. Сделаем пару фотографий, там будем бухать. Давай. Раз, два, три. Сука, шума. Я смотрел туда. Все готовы? Давайте. Раз, два, три. Отлично. Все. Железы можно высосить? А я вопрос задал. Почему? Ты черный, тот желтый, тот зеленый, узкопленочный, ну, там и так далее. Белорус, как? Неважно, блядь. А человек, как природа говорит, и ученый, от Евы и Адама. Почему ты темноватый? Почему тебе борода черная? Почему этот белорус? Почему я русский? Раньше видел, почему он желтый, узкопленочный, негры бегают, и фиг твою мать, еще. Как я как бы ростом не маленький, но я жирный. Настроение. Настроение у меня всегда окей. Гихан, а ты еще? Да с такой-то баночки, да в лодке, да на... Твою маму! Ребят, нифига, не верьте им, они играют на камеру. Они уже вот ужратые, вот, ужратые, вот, какие-то. Вот этот мой брат Бендера. Я вот не играю, могу даже в первом. Смотрите, южный давайте. Бендера давай. Или северный давай. Бендера? Давай. Сейчас, пошли в дорогу. Пошли. Пошли. Он пошли, сейчас в дорогу, да. А? Ты так будет? Чуть-чуть ветер есть, да? Нет? Нет, дети. Где Федорович? Ребята, мы вот на севере, нам 120 километров Белое море. Это Северный Ледовитый океан. Это звуки природы. Это болото у нас. Болото, они из сапога вышло. Вот. Так что, это... сами понимаете, мы практически на южном берегу Северного Ледовитого океана. Вот. Едем, ловим. Ура! Да, это был уже мертвый. Уже это не ухо будет, а куплятина. Подсак взяли, все взяли, да? Что ты поплыл, блин? Дал. Вот это узамый человек. Давай, отчаливай. Все, Федорович, да какое пиво мышление нахуй? Откеливай, откеливай. Федорович, как бы сказал. Откеливай. Эшкери! Давай, пока. Чава какао, встретимся на берегу. Ну, нахуй, блин. Это лузеры, посмотрите на них. Посмотрели, запомнили. Все, блин. Это Димон. Ну, парень так себе. На худой конец годится. Ты так близко не прикладывай. Это Игорек. Тебя увидит только рот твой. Всем отдать? Куда мы едем? Давай за ту. Мы будем ловить на спиннинг, есть куда хочешь. Я пока соберусь. Ну и семок поем. О, смотри. Лузеры поехали. Эшкале! Есть? Пацан, быстрее. Вот давайте просто. А эту, блядь, подожди, стой. Это надо быть. Один пассаг вырвал. Что там есть? Ребята, смотрите. Ха-ха-ха-ха!
Это тебе срано, это водка. Да нормально. И по губам текло. Я как в рекламе. Нахуя так делать? Утоли жажду. Неприятно? Нахуя в нос? А мне, блядь, нахуя по всему ебальнику? Ну ладно по ебальнику, нахуя в нос, печет же. Потому что у тебя нос на пол ебальника. Оп, бля, бля. Сука, бля. Оглы. Оглы, бля. Не ругайся. Полта. Крючко я его. Как этот киндерлик или как называется? Кетабек. Кетабек. А, кетабек. Поплыли от этих бузурман, бля. Они нас плохого научат. Инфини ебало. Ой, видите, уже, блядь, обзывается. Так дай свой рот. Так я тебе говорю, что... Что думаешь, так легко уплывёшь? Там хоть и чуть-чуть, но твой рот пригодится. На, ещё. Вот зачем, блядь, так делать? Ты же уже рыбкой их угощаешь. Ну, закусывай. Смотри, как гихан ловит. Закусывай. Гихан, скажи, как тебе? Скажи, интервью давай. Интервью? I'm fine, Юля. I'm fine. Они забрали мой паспорт, блядь. Верните. Я должен 500 тысяч. 500 рыба забрали паспорт. Смотри, шумач, как его играет мышцы. Есть? Сложно сказать. Нет, да? Есть, наверное. Наверное, есть. Стой, Дим, бери это. Там какие-то корчи, ну, непонятно. Есть. Блять, у нас вниз пошло. Есть, блять, здоровая. Не спеши, убери, убери хуйню, убери. Вот она. Давай, бери. Бля, стой. А, бля. Живая, только что взяла, не дала. Ну ты что ж, блядь, ну. Чего нахуй? Ну ладно тебе, блядь, передать ее все равно. На самом деле. Сейчас. Есть? Что? Дайте живца. Ну мы одну взяли еще. У нас три теперь. Размоталось? Да, размоталось, все этого нету. Ну, пустой, что-то... да? А? Пустой? Да. Но мы еще одну словили. А? Словили еще. Все два наших центральных снесло сюда. Еще одну словили? Да. Еще самую большую словили. Еще больше? Да. Оно покрыло. Не больше. Да, не больше, но тоже нормально. А, заебись. Еще одну взяли. На кружок. А сети пустые, Дима? Но мы не проверяли еще. Что, идем на берег? Идемте на берег, сейчас 5. 7 часов пойдем на воду, ну, проверим все, там сети, хуети. 2 часа, типа, там по хозяйству поработаем. Добрый. Надо плыть. А? Хорошо. Надо плыть к кружку. Гихан, а ну давай, улыбку. Что ты дохлого, голливудскую. Что ты дохлого не кинул? На нахуй сам, блядь, дохлого. На, все. Отстегался, блядь, ни слова. Я помню, ты мысли в обой, блядь. Дай живого. Во, спасибо. Давай. Все, хлопцы, есть, давайте. Место, ребята. Мы еще один сейчас найдем и поедем к вам. У вас, блядь, на спине кто-то клюнул. Вот такие придурки у нас. Не балуются. Забалуются. Так, мы погнали, а то мы к берегу причалываем. Все, мы пошли. Причаливаем. И напополам. Все. Лук не трогай. Как я лук не трогаю.
Блин, я думаю, да, я лук не очень, ну, как бы... Нет, он будет целый. Целый. Целый это для... Знаю, тогда, окей, вкуса, да. Вкуса. Моя мама тоже так и сделала, потому что я не очень из-за этого. Отварной лук ты не очень. Да, я вот просто лук. Моя мама сейчас позвонила, говорит, лук не режьте. Да. Сейчас. Вот так я учился. Ну, в конце концов, закончили, да? Я закончил 8 классов, поступил в Алматы в техникум. Эй, хулиган, милицию вызову. Вот что делать, вот что делать. Ого! Ого! Осень! Помогает. Сам себе осень. О, еще раз. Вот. Сломаешь вот сам вот это. Вот это, наверное, уже не сломаю. Это уже тогда нормально будет. Вот здесь вот. Нема. А что тут земля тебе не помогает? Все, блядь, вот так. Все, собай. О, Бензема. Фрэнк Рибери. А я так иду. Ёб твою мать, блядь. Так, без 15. Чё молчишь, поварёнок? Заебись. Все отлично. Very well. Бля, да, иностранных подписчиков. Я на ним не понял. Вот такие у нас дела. Стесняйся, что ли? Надо. Смотрите, плакаты, самый жестокий надо, сегодня надо, человек уже товарищи, потрошит убегаю. Пятую щуку. Достархану. Я есть. Налил тут по капельке третью. Вкусненького. Ну, громко кричи, одни глухонемые. Ага. Они все пока все работают. Все в работе, да? Маслом кашу не испортишь же, правильно? Подрумянина будет, да? Золотистенький такой. Что скажет батя? Я скажу, что отдых удался. Рыба есть. На сегодняшний вечер я очень доволен. Только недоволен тобой. Чего режиссер это? У нас бездельник. Только ходит фотографировать, снимает. Он вопрос дрова, неправильно задает. А так что? Вообще-то ничего, пацан. Это, скажи, он режиссер. Он дрова рубит. Что это? Надо, просто, я сказал, надо так, это критик. Мой. Я вижу. Ну и Владимир Федорович. Я люблю ухо. В лимон, а ты ловил на что? Двойная сейчас? Уха называется. Двойная. Ставим. Почему? А ты что, сейчас тоже за блесник дал? Дабл. Вот эту рыбу он сейчас варит. А, дает бульон свой будет, убирает. Рыбу выкидывает. Это поставь. Потом идет картошечка, лучок и большие штука. Кусочки рыбы. Уже для. Вот там все едят уху, а ты рыбу, которую я выкинул. Ну, сначала режиссер. Все нужно топить. Пробую все снимать. Все нормально. Все готов. Ваше. Для полтора. Ну, блядь, я беру. Проверять это 16 наловок, это, блядь, 20. Трамп проверит. Ну, сейчас поедем. Вы посидите тут 20 минут. А? Russian tradition. Все, уха будет. Смотрел, водку налили. Yes. Не смотри, ну окей. Закипает. Время, все, ребят. Вы понимаете, все, Лена работает онлайн. Все, ребят, ждем, когда закипит, и будем я маме пробовать говорю. Мама говорит, сочку. Емулечка, присаживайся, тебе славить, смотри, не водички больше. Это рыба. Привет. Третий день. Сегодня попали в дождь. Да. Половили, ничего не словили, одну щучку только. Больше прожгли бензина. Уже машина собрана. Выдвигаемся в путь. Вот. Наши рыболовы. Некуда абсолютно там ничего. Едем на пристань к Андрею. Там еще посидим.
Футбол, наверное, еще посмотрим сегодня, финал Лиги Чемпионов. Шашлыки, рыбалка еще сегодня будет, но будет с пирса. Так что, едем. Брутальный же должен быть в кадре. Вот это наш причал. Наш кулинар. Добро кобран. Видите, за братом как следит. Да. Шумка, держи. Я могу подойти. Футбол-то и пиво. Розжигом можно. Пиво там пустая. Потому что история все пишет. Кто не пил, тот не в нашем полку. До сих пор не пил? Да. Да. Один раз спас. Но Владимир Федорович тоже не пил сегодня. Да. Смотри, как вот. Я не знаю, там она осталась. На скамейке. Эта птица вообще убита, она будет. Снимем шумающую дырку. Че, парни, на нос, взяли? На нос. Кого? Тыркать, наверное, так лучше. Андрей, все мы взяли. Нихуя вы не взяли. Вы опять будете рыбу в лодку кидать, там потом чешуя. Вот так вот собрались в путь. Владимир Федорович, что мы? Ура! Идем прощаться. Ребята раз в год, может, два раза в год ездят. Ну ладно, что? Дай шумарить. Ты должен навести порядок в Беларуси, как минимум. Да, чтобы я мог спокойно приехать в Беловежскую пущу с новой винтовкой уже. Пусть обещание на камеру дает вам. Да, давай на камеру обещание. Наведу порядок. Ты должен поддержать батьку. Езжай в Беловежскую пущу, там на тебя будем с винтовкой. Там нет, все... я за зубром буду бегать. Ты за зубром, мы за тобой. Вот так. Нормально. Никогда приезжай еще.
До вас все. Мы тоже ждем там, в Питере. Ну все, и главное прощание. Давай, братан. О, дорогой. О, сосиски. А, все хорошо. Спасибо. Счастливо. Позвони, когда приедешь. Хорошо.